если что, мы сейчас на железнодорожную станцию со стороны идем. Хотя наши рации, наверное, уже слушают. На гору, что ли, сходить? Назар, ты бежишь на спринте? Что? Ты на спринте бежишь? Нет. Я около железки иду. Ну, конечно. ВМ-24. Враг у нас в касках получается был немцы. Немцы, да. Черная форма. Где-то на самом фланге работает. Он дышит. Пойду на звук. Умру. Да не на. Ну тебе пулемет отдай. О. СВД. СВД? СВД. Тут что-то даже не ждет нас тут никто. ППШ-шка там уже. Шо, вагоны бомбить или и все? Че, идем дальше, спускаем? Да там уже спустились. Я уже заблудился, честно. За ЖД, за ЗРВ. Я не знаю, на цистерну вышел, я на мост практически. Нахрен. В бункере вижу, там в дальнем. Двое. Кто? Да ты, тьма, фашист. Дружить мир, жвачка. Тава. Да, уронит. Чё, будем вагоны бомбить или нет? Подожди, Йос. Репиджи. Они в бункере, там двое, там в дальнем, где мост этот. Чего это за динамик? Что? В меня не стрельни. А, это не двоих кого-то видит. Мы что-то вообще выбежали, а на спине враг там же делал. Где враг? Я по полю бежите, да. Короче, там тоже мост, и тоже враг. Да. На севере мост надо уничтожить, там тоже должен быть. Мост и вагоны эти обрыганы. Вагоны прям у нас за спиной, мы сидим. Бомбите вагоны. Чтоб потом говорить, что не мы задачу выполнили, а маслят. Вагон? Да под вагонами уже никак не видно. Да вроде нету. А граната взорвалась, а чё где был? Там. Чё там, мост? Да. Там мост. Вагоны надо взрывать, алё, ребят. А вы, походу? Да вы труп уже давно. Фугас в голову прилетел, он мертв.
жизненно важные органы не задеты? МП-7. Ой, МП-40. Я на высотке где-то ловил. Кажется, вижу фашиста, могу убить. Будем стрелять. Я возле моста на высотке. Предупредительный воздух, да, сначала? Да, сейчас. Я стреляю, блин. Всё, не маю. Он в могиле. Фашист лежит в поле, его убили. А вон, а вы ползает. Недалеко от фашист? Да. Или это ты... я, наверное. Я его планирую. Положи. Ты убил фашист? Нет, я бегаю со взрывчаткой. На первый вагон положил. Я вижу, на кто-то первых. Стреляет, но я не пойму, это свой вот лежит, он прям на... Кто стреляет? Да это не пачу, кто? Репит ранит. Да репит, погиб. Да хрен там плавал. Ты что, живой ещё, что ли, серьёзно? Да. Умри. Откуда он по тебе репит? Ну, взорвал. Это я, О, взорвал? Гектор забираю. Смотрю, да. Все, мост встал. Еще надо два. Я гивеха. Еще две цистерны. Бегу второй взорвал. Так, на метке картошка си. Тот. Кинул. Прям возле меня стреляй. Нечем взрывать больше все. Азарт, подбеги Пашку. Репит, возле меня кто-то стреляет. Репит. Да я понял. Да я его не вижу, он где-то в кустах впереди. Чё взрывать-то? Цистерн. Чё это такое? Блин, бочки на колесах, видишь? Это нам не надо. Да я понял, взрывается тут. Репит, возле меня где-то бегает. Тут видел меня или репит? Я слышу, кто тут шашкой на доме. Да. Кто-то вот бегает. Репит, это я. Заложил. Тихо. Отходите. Давай взрыв. Бомблю. Чё, как, удачно? Сейчас рассеется. Да, да, еще одну надо, он стоит. Кровь. Сорян, на меня не будет. Подходим. Такая МХО. Все, больше не маха. Мост. А что, есть что-то бомбить? Есть. У меня есть. На север мост. Убило. Кто стреляет? Свои? Я стреляю. Они в бункер, да? Ну, похоже. И на этой, на верх, на сопке. Рядом с бункером. Там по ноге что ли? Не. Понял. А, вижу. Репит. Я подхожу. Ага. А ты по высотке, да, бегаешь? Да, я тоже. Окей. Пойду пулемет возьму, вражу. Что это за травман? Он не убивает голову. Упор стреляет в голову, и он не умирает. Это русский травман.
понимаю. Там снайпер уже свой сидит, пулеметчик или кто это? В бункерах. Да. А нам бункера не надо, под мостом жить. Ну, у меня нема. Иду, иду под мост, если что, у меня в рюкзаке. Эй, wake up! Мне пишут руби. А кто там стреляет из ворона? Я стреляю. Да бомбите, да и все. Гранаты свои. Я сейчас как зайду, блин. По воде кто-то бил. Смотрите, Иисус, наверное. У них там масленый, все убьют. Кто стреляет? По нам открывай. Да это я там какой-то. Да это твои бег. Да умер он этот сидит. Он не умирает. Он не умирает, Иисус. Репит взрывает, отходи. Валим, валим. Репит взрывает, отходи. Отходите, отходите, отходите. Тёлка с пулеметом.